Так, понятно. Следующий вопрос. Так, человек, который подписался как... Хорошо, сначала фамилия. Цидармян Гена, значит, спрашивает. Приятного вам стрима. Каких политических взглядов гость? Монархист, либертарианец или марксист? Это интересный список. Никаких. Так... Мне всегда казалось странным, ну да, не всегда, с определенного момента определять себя в рамках существующих политических ячеек. То есть у меня в этом плане то есть есть симпатии, есть философский интерес к разным этим доктринам, есть некоторая аксиоматика, которая совпадает с какими-то доктринами сильнее, чем с другими. Я, если прям очень, как бы все достают, называю себя правым либералом, но на самом деле мне просто похер. Мне кажется, это очень неудачная форма самоидентификации в политических категориях, которые давно ничего не схватывают сегодня. Да, это примерно как с жанрами фильмов. То есть, в принципе, Да, они, да, 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 да. наверное, нужны, чтобы в общих чертах понимать, какие фильмы игнорировать. Но хочет ли человек, чтобы к нему относились таким образом в итоге, Но основываясь это на на самом религии? деле тоже тема, которая очень большая. Можем сейчас немножко у нее зайти, потому что она болезненная.